Всем привет! Меня зовут Ирина Кей. Я персональный стилист, основатель проекта Style Community School и автор телеграм-канала Showgirls. Календарь сообщает нам о смене сезона, а смена сезона – это всегда смена гардероба. Так же, как персональный стилист, я прекрасно понимаю, что нас сегодня смотрят девушки, у которых абсолютно разные стилевые предпочтения. Кто-то из вас носит повседневные городские комфортные образы в стиле casual. Чей-то гардероб – это гардероб стильной, элегантной деловой леди. Ну, а кто-то из вас наверняка является девушкой-праздник, той девушкой, чьи повседневные образы – это обязательно блеск, цвет и классные стильные аксессуары. На сегодняшнем эфире вы увидите блок из трех категорий. Первая категория будет представлена повседневными городскими стильными образами. Второй блок – это блок для стильных деловых леди. Ну и третий блок, как я уже сказала, это блок для девушки-праздника. Так вот, учитывая ваши стилевые предпочтения, сегодняшний эфир будет посвящен тому, чтобы вы научились встраивать свои повседневные образы, стильные аксессуары и обувь от бренда Iconica. Но перед тем, как я приступлю непосредственно к разбору образов, вам наверняка интересно услышать о том, в чем же сегодня я. И на мне потрясающие удобные ботильоны от бренда Iconica. Это текстильные ботильоны-чулки, в которых я проведу весь день. И поверьте, никакого дискомфорта они мне не доставят. Для того, чтобы наш сегодняшний эфир был максимально полезным, увлекательным и красивым, мы пригласили нашу модель Анну, которая поможет мне рассказать вам о самых стильных и актуальных решениях предстоящего сезона. И первый образ, с которого мы начнем, это повседневный городской casual стиль. Ботильоны, которые я встраиваю в сегодняшний образ, на самом деле достаточно универсальные. Несмотря на авангардность каблучка, это стилевое решение впишется не только в ваш повседневный городской образ, а также может вписаться в вечерние образы или в деловые решения. Сумка, которую вы видите в этом образе, самый актуальный тренд предстоящего сезона – это боулинг-бэг. Сумочка достаточно вместительная, из гладкой натуральной кожи. У нее удобные ручки. Удобные ручки, которые можно закинуть на плечо. Достаточно нейтральная фурнитура на этой сумке не будет отвлекать внимание от вашей прекрасной портретной зоны. Я проверила, в эту сумочку разместится достаточно много ваших повседневных вещей, начиная от рабочего ноутбука, заканчивая косметичкой или бутылочкой воды. Во втором образе я предлагаю поработать с замшевыми аксессуарами. Посмотрите, как это стилевое решение здорово достраивают замшевый шопер и замшевые казаки. Шопер – это неотъемлемый элемент современного гардероба. Ведь, согласитесь, нам зачастую хочется разместить в своей сумочке всю свою жизнь. Этот шопер, несмотря на свои размеры, он достаточно легкий. Также в сумке располагается удобный съемный кошелечек. Ну и, конечно же, этот образ логично достраивают казаки в стиле вестерн. У казаков широкое голенище, что будет достаточно комфортным при повседневной носке. Высота казаков настолько удобная и универсальная, что вы можете их вписывать не только в образы с денимом, но и в образы с мини-юбками, например, если вы таковые носите. Завершает этот образ ремень. Мягкая натуральная кожа, аккуратный блеск на фурнитуре – это все то, что не будет отвлекать внимание, опять же, от вашей портретной зоны. Третий образ, который завершит наш блог про повседневные стилевые решения, я хочу закончить разговором про линейку «Портал». Это линейка, которая входит в бренд Iconica. И посмотрите на эти классные, удобные балетки. Балетки, которые сочетают в себе две противоположности. Это балет кор и эстетика стиля гранж. Эти балетки выполнены из мягкой натуральной кожи, дополнены гибкой подошвой. Поверьте мне, они очень комфортны, потому что перед съемкой я перемерила всю обувь. Для того, чтобы балетки сидели комфортно на вашей ножке в течение всего дня, дизайнеры продумали две важные детали. Этими деталями являются ремешки, которые будут удерживать вашу ножку в этих балетках. На самом деле эти балетки весьма универсальны. Вы сможете их добавить в гардеробы в стиле гранж. Также можете добавить в гардеробы, в которых присутствует классное легкое девичье настроение. Будете носить ее с мини-юбкой, а может быть с юбкой миди, как это делаю я в своей повседневной жизни.
Также эти балетки круто соединятся с кожаной косухой, например, с заклепками. Сумку, которую вы видели в нашем первом образе, я добавила в третье стилевое решение для того, чтобы вы понимали, эта сумка универсальна. Она впишется в абсолютно каждый гардероб. Мне очень нравится ее твердая, лаконичная форма. Гладкая, не блестящая кожа делает эту сумку дорогой, красивой, повседневной. Удобные ручки этой сумки также очень прочно крепятся дополнительными кожаными элементами. А еще я только что узнала, что у этой сумочки есть дополнительный плечевой ремень, который позволит вам носить в этой сумке различные тяжести. Может быть, несколько интересных книг, которые вы сейчас читаете, а может быть, ноутбук, а может быть, вашу фотокамеру, которую вы носите на работу. Вы наверняка подумаете о том, что есть же правило, которое запрещает нам с вами сочетать желтый и белый металл в образе. Так вот, я вам скажу, что это правило уже устарело, поэтому легко интегрируйте к этим стильным, классным и удобным балеткам, на которых фурнитура серебристого оттенка, добавляйте эту сумку, у которой фурнитура хоть и с желтым оттенком, но она едва-едва заметна, и это будет вполне себе уместно. Во второй части нашей сегодняшней встречи мы с вами договорились обсудить образы для особых событий. И поверьте мне, я как стилист прекрасно понимаю, что особое событие у каждого свое. И выглядеть в момент этого особого события каждая из вас хочет как-то по-своему. Кто-то добавит блеск, кто-то добавит пайетки и трендовый металлик, кто-то добавит капельку ультраактуального красного, а кто-то из вас захочет сохранить свою элегантность и женственность, добавляя нейтральные аксессуары. Предлагаю нам перейти к этим стилевым решениям. Первый образ, с которого я хочу начать блок особенных событий, это образ для вечеринки. Едва заметный блеск пайеток этого костюма будут дополнять акцентные аксессуары в трендовом цвете металлик. Мы в предыдущих образах видели балетки из линейки Portal, а текущие балетки из премиальной линейки бренда Econica. Самое важное для туфелек Mary Jane – это удобство. Посмотрите на этот красивый металлический блеск. Снова мягкая натуральная кожа – все то, что дизайнеры Econica продумали для нашего с вами удобства. Подошва и небольшой наборный каблучок позволяют чувствовать вашим ногам себя весьма-весьма комфортно. Этот образ я предлагаю достроить не только туфельками Mary Jane Sweaty Metallic, но и подходящей сумочкой. У этой сумки мы видим красивую, аккуратную, асимметричную форму, которая добавляет характера этому стилевому решению, но не перетягивает на себя все внимание от вашего образа. Что самое классное в этой сумке? У нее регулируемый ремень. То есть любая из вас, приобретая эту сумку, будет понимать, эта сумочка подойдет мне по росту и по размеру. Вам может показаться, что эта сумочка невместительная и какая-то маленькая, но я хочу вам сказать, что я эту сумочку вновь проверила и протестировала. В нее войдет паспорт, в нее войдет карт-холдер, в нее войдут ваши наушники, помада и телефон. Согласитесь, это все то, чего достаточно современной леди на вечеринке. И вновь, перед тем, как положить эти аксессуары в корзину, вы наверняка задумаетесь о том, смогу ли я встроить балетки и эту симпатичную сумочку в свои повседневные образы. Вспомните все те стилевые решения, которые мы посмотрели с вами ранее. Эта сумочка и эти туфельки Mary Jane легко будут сочетаться с денимом, легко будут вписываться в ваши городские образы, добавляя им капельку пикантности и игривости. Наверняка у каждой из вас в гардеробе есть базовые стилевые решения. Это классические голубые джинсы и черный пиджак. Я предлагаю достраивать этот образ из базовых элементов красивым акцентным цветом. И для этого прекрасно подойдут эластичные ботильоны из стретчевого материала. За счет того, что эти ботильоны выполнены из эластичного материала, их легко снимать и надевать на ваши ножки. У ботильонов красивый авангардный каблучок, который тоже добавляет особого характера вашему образу. Ультраактуальный красный цвет – это однозначно то, что не оставит ваш образ без внимания проходящих мимо людей. Самые внимательные из вас наверняка заметили, что в таких же ботильонах я веду всю съемку. Ну и, конечно же, поверьте, это является гарантом того, что ботильоны удобные.
потому что я не люблю носить ту обувь, которая доставляет мне дискомфорт. Ну и здесь яркий пример того, как в два абсолютно разных стилевых решения вписывается эта модель. Возможно, вы задумаетесь о том, что текстильные ботильоны – это не всегда практично, ведь бывает на улице достаточно сыро и дождливо, но дизайнеры Econica снова продумали эргономику этой обуви. Мысочная часть и пяточка изнутри проклеены кусочками натуральной кожи. Это позволит, во-первых, обуви не растягиваться и долго сохранять свою форму, а во-вторых, уберегать ваши ножки от уличной влаги. Ну и завершаю я этот образ снова трендовой формой. Это сумка. Вы наверняка заметите, что сумка представлена в темно-синем оттенке, и, возможно, у вас снова возникнут какие-то сомнения. Черный пиджак, темно-синяя сумка. Я вновь предлагаю вам избавиться от тех стереотипов, к которым мы привыкли. Если сумка по цветовому решению не выбивается из общей эстетики вашего образа, пожалуйста, пусть она будет темно-синей. Несмотря на то, что эта сумка темно-синего цвета, у нее есть важная фишка. Это матовый финиш, который позволит сумке не спорить с ботильонами, которые вы добавите в свой стильный образ. Если вы не любите акцентные аксессуары и не любите украшать свою портретную зону крупными сережками, а руки не любите украшать кольцами, то сумка станет единственным украшением вашего образа. Посмотрите на ее акцентную, красивую, аккуратную фурнитуру, которая не отвлекает своим блеском, но абсолютно точно добавляет изюминки в ваше решение. Эта сумка по своей форме достаточно универсальна. Как видите, можно вписать ее в какой-то нарядный образ, можно вписать ее в базовое повседневное решение, а также можно увидеть ее в деловых, элегантных образах. Финальный образ в разделе «Особый случай». Мы с вами уже обсудили то, что особый случай у всех разный. Кто-то из вас выбирает брючные решения, а кто-то предпочитает красивые, элегантные платья. Главным в этом образе является фактурное твидовое платье. И для того, чтобы этот образ не выглядел нарочитым, я предлагаю дополнять его нейтральными элегантными аксессуарами. Такими аксессуарами будут являться лодочки от бренда Econica. Лодочки кремового цвета будут идеальной базой для ваших повседневных решений. Неважно, деловой это гардероб повседневный или гардероб для особого случая. Эти лодочки дополнены очень удобной мягкой подушечкой, и ваши пальчики не будут уставать в течение длительного дня, а может быть и свидания. Базовые лодочки, так же как и твид, являются тенденцией вне времени. Если вы приобретаете лодочки от Econica, вы всегда будете уверены в том, что у вас есть дома та самая пара, которая легко украсит образ из денима или брючное решение, а также любой комплект или костюм, в котором главную роль будет играть юбка. Как персональный стилист, я неоднократно слышала о том, что деловые образы – это всегда как-то мрачно и как-то скучно. Возможно, да, если в этих деловых образах нет аксессуаров и обуви от бренда Econica. И в этой части я вам на примере покажу, что деловые образы в сегодняшнем дне – это то, что может быть интересным, привлекательным, если в этих образах есть классные и стильные аксессуары. Когда вы собираете деловые повседневные образы, помните важное правило – ваш образ должен собирать силуэт. И это относится не только к той одежде, которую вы надеваете, это также относится и к аксессуарной группе. Вам наверняка сейчас захочется достроить этот деловой образ сапожками или лодочками. Я предлагаю пойти другим курсом и добавить в это стилевое решение минималистичные стильные ботильоны. Эти ботильоны сочетают в себе два актуальных тренда. Ну, во-первых, тренд на скошенный каблучок Kitten Heel и авангардная форма мыса. Я должна сказать, что эти ботильоны весьма удобные. Обратите внимание на их горлышко. Такое широкое голенище позволяет вам легко надевать и снимать эту пару. Эти ботильоны выполнены из черной мелкозернистой кожи. Это добавляет обуви некую фактурность и глубину. Эти ботильоны будут уместны не только в деловых собранных образах, а также вы можете их встроить в повседневные casual решения. Классно будет примерить эти ботильоны с леггинсами или удлиненной паркой. Также можно встроить эти ботильоны, если вы предпочитаете брючные решения. Эластичная ткань ваших брюк, например, шерсть или вискоза, легко смогут быть заправлены в эти ботильончики.
Если вы предпочитаете такой стилевой прием, пожалуйста, используйте его в вашей повседневной жизни. Помимо собранного силуэта в деловых образах очень важна сумка. Сумка должна быть лаконичной, без акцентной фурнитуры. То есть она должна добавлять вашему образу того самого делового настроения, к которому вы стремитесь. Такая сумка есть у бренда Iconica. Посмотрите на ее красивую лаконичную форму. Ничего не отвлекает от дизайна. Фурнитура практически незаметна. Клапан этой сумки крепится на два скрытых магнита. У этой сумочки одно внутреннее отделение. Но для того, чтобы вам было комфортно убирать свои вещи, дизайнеры Iconica продумали в этой сумке несколько карманов. Один карман наружный и один карман внутренний. Как я вам говорила, деловой образ не всегда должен содержать в себе костюмное решение или объемный, а может быть, приталенный жакет. Я намеренно не меняю в этом образе ни сумку, ни обувь, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что аксессуары от бренда Iconica – это база для наших с вами гардеробов, и это то, что будет вписываться в абсолютно любую эстетику. Главными фишками в этом образе являются аксессуары. Маленькие, едва заметные детали, которые добавляют характера. Красивый кремовый оттенок этих перчаток – это тот цвет, который будет вписываться как в темные, так и светлые стилевые решения. У этих перчаток есть одна маленькая, но очень важная деталь – это их внутренний подклад. Он обеспечивает очень приятные тактильные ощущения. Поверьте, когда вы наденете эти перчатки, вы не захотите их снимать. Но еще одна важная деталь этого образа – это едва заметный ремешок в минималистичном стиле. Дизайнеры бренда Iconica взяли за основу минималистичный силуэт с характерной скрытой регулировкой. Именно эта регулировка позволит вам подгонять ремень под необходимый размер. Ну и завершает нашу сегодняшнюю с вами встречу образ в деловом стиле. Привычная всем вам комбинация – жакет и брюки. Я предлагаю дополнить ее классическими лоферами. Несмотря на свою классическую форму, мысок этой модели позволяет вашим ногам чувствовать себя комфортно, потому что обувь не будет сдавливать и причинять вам какой-либо дискомфорт. Мягкая и гибкая подошва этих лоферов позволит вам чувствовать себя комфортно не только во время ходьбы, но и во время того, когда вы управляете своим автомобилем. Ну и вновь, если вы подумали о том, что эти лоферы можно вписать только лишь в деловой образ, это не так. Если вы дополните эти лоферы акцентными стильными носочками, то тогда можно легко их добавить в образ с денимом. Благодарю всех вас за то, что вы посетили наш сегодняшний стильный эфир. Мне было невероятно приятно поделиться с вами своим профессиональным опытом. Я уверена, что в рамках сегодняшней встречи нам с брендом Iconica удалось вам дать самые стильные, актуальные и классные рекомендации о том, как составить свой весенний гардероб.